Чтоб там повернул. Там, где раньше у меня офис был, где мог гвардейский. Блять! Есть стекло. Пизда, блядь. Ёпарсоты, блядь. Садился? Ага, все. Улетел справа. Вот эта машина 636-я сбила. Летел прям под него. Все. Все, блядь. Живой. Скорую вызывай. Смотри, смотри. Открывай быстрее, блядь! Опа, нифига себе. Видала? Уебал в крыло. У меня даже есть запись видеорегистратора. И туда уебал. Недавно я попал в такую ситуацию, ехал ночью, у меня неожиданно закончился бензин. И как бы непонятно, что делать. А там каждый... Ебаный, блядь. Пидорас, блядь, а.
это движняк. Секса на басу, я мать дура, мать, зажигай бы бабуля. Плотные шкуры, потом питбули. Группа на полике, чтобы трясутся. Дитёк-то? Или кто это получается? Дядь? Дитёк? Беспроигрышный, да? Лучший, я бы даже сказал. Ох, ёб твою мать. Нихера себе. Ебать. Вообще. К победе. 0+. У нас две машины. У меня франшиза. А я вожу аккуратно. Сколько вы сэкономили на каско в Liberty страхование? Еще какая дистанция была до них. Что ли, блядь? Точно. Говорили, вот, дескать, должны же мне по контракту. Он говорит, какие деньги, ты что, мы тебя уволили, все, ты быть мужиком, ты не справился, со своей задачей, какие деньги. Бангалёр. Опа! Заебись, блядь. Просто я за него потянул, и у меня бам в холостую, как будто что-то откуда-то соскочило. К 10, да, пойдет. Можно подъеду? Ай, блядь. Ага, все, у 10 буду у тебя. Давай, ага. Что вот так вот, если просто даже какая-то хуйня. Что это? Твою мать! Долбоёб нахуй! Опа! Да, не поцеловался утром.
Ладно, твою мать. Видно, наши соберет. А вот это фура. Не, это автобус, это да? Автобус. Вон фура. А фура едет? А фура следом же. Уже следом. Вот. Вылетает. Он вылетает и забирает жигули. Да, смотри, сбоку. Водительская сторона. Вот. Все, забрали. И сколько у нас? Тащил дальше. А ну, этот парень не бежит. Thank you.